Отряды насекомых. Двукрылые. Двукрылые – насекомые с хорошо развитыми двумя передними крыльями. Задние крылья или очень малы, или отсутствуют совсем. В этом отряде есть и бескрылые насекомые, развитие с полным превращением. Голова двукрылых несет хорошо развитые глаза. Ротовой аппарат лижущий или колюще-сосущий. Усики могут быть короткими или длинными. На груди располагаются ноги, на концах которых имеются коготки и присоски, что позволяет осваивать вертикальные поверхности и даже бегать или висеть вверх ногами. Двукрылых известно около 100 тысяч видов. Впервые они появились примерно 150 миллионов лет назад. Личинки двукрылых лишены настоящих ног. У комаров личинки развиваются в воде, грибах, гниющей древесине, растительном мусоре. У мух на навозе, гниющих органических остатках. Многие двукрылые потенциально опасны для человека. Они могут разносить различные инфекционные заболевания. Сонную болезнь и малярию, брюшной тиф и дизентерию, сибирскую язву и чуму, проказу и туляремию. Личинки мух перерабатывают органические вещества, содержащиеся в экскрементах животных и трупах. Личинки комаров служат кормом для рыб, земноводных, пресмыкающихся и птиц. Распространение двукрылых почти повсеместное. Их нет только у полюсов и высоко в горах. Большинство приносят человеку вред кровососущие виды. Наиболее известные представители – слепень, муха-кровососка, комар и некоторые другие. Блохи – бескрылые насекомые с полным превращением, ведущие паразитический образ жизни. Известно более 1000 видов, паразитирующих на птицах, зверях и на человеке. Удачи!